Я показала о том, что объем отходов, которые как бы продуцируются ежегодно, порядка 45 миллионов метров кубичных или 10 миллионов тонн, которые идут на захоронение на 6 тысяч полигонов или сметтисвалищ. Вот. И площадь этих полигонов 9 тысяч гектар. Хочу сказать, это 0,02% от общей площади Украины. Ну, чтобы не прозвучали в следующий раз ошибки в этом направлении. Объем рынка надаваемых услуг, это средний тариф, все есть на слайде. На сегодня мусоросжигательный завод – это один в Киеве, который работает. И есть мусоросжигательные установки в Харькове, в Люботине. Сортировочных линий 21 по Украине, 14 строится. Заводов по переработке бытовых отходов в Ровно. Это цементный завод, и бытовые отходы используются в качестве топлива на цементном заводе. И